В деревне Турлатово работает новый ФАР. Официальное время работы с 8.30 до 14.30. Он должен работать. Но вот тут вот есть уточняющая табличка, что он не работает, потому что весь персонал, видимо, находится в учебном отпуске. Также тут есть уточняющая, очень интересная табличка, правда, график работы. Понедельник, суббота с 8.30 до 13.30, а не 14.30. И также тут принимает терапевт. Терапевт принимает два раза в неделю с 9 до 11, вторник и четверг. И в эти же дни терапевт может прийти к вам на дом. Если у вас высокая температура, то с 11 до 12, вторник и четверг, вам с удовольствием придет терапевт. Но очень грустно будет для вас, если у вас температура поднялась в пятницу, вам придется терпеть до вторника.